Дорога у села Молвино Терингульского района не отличалась безупречностью. По ней проходит школьный маршрут, ездит больше груза. Поэтому местные жители неоднократно обращались в профильное ведомство, чтобы наконец-то отремонтировать дорогу. В этом сезоне ее включили в план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На данном участке работает 14 человек, 12 единиц техники задействовано. В дальнейшем планируется отфрезеровать, выровнять полотно, уложить асфальт и укрепление обочин. Ну и, естественно, дорожная разметка. В целом подрядчики полностью меняют 3 километра автодороги Сенгелей-Молвино-Байдулино. Участок начинается от села и заканчивается выездом на федеральную трассу Ульяновск-Сызрань. Ремонтируют модным сейчас методом холодной регенерации, который предусматривает переработку старого покрытия и добавление новых оснований. Таким образом, по мнению дорожников, получается прочный слой, способный удерживать нагрузку от дорожного движения как легкового, так и грузового транспорта. Тем временем обновления ждут и другие участки. На 24 объектах ремонт продолжается. На 10 объектах мы уже завершили работы. Была осуществлена приемка ввод в эксплуатацию данных объектов. Общий процент выполнения работ более 70. Всего в этом году отремонтируют 72 объекта. Это почти 200 километров. Сюда входят дороги и мостовые сооружения регионального и межмуниципального значения. Анна Тищенко, Управда ТВ.